Так, ребят, если вы сейчас едите, то перематывайте, убегайте от экрана. Белка синяя. Ребят, мы самое главное упустили. Мы же могли сделать хаги-ваги. Выкручивайтесь, как хотите. Я... Выкручивайтесь, как хотите. Ёжи, ёлки-палки. Ну, привет. И мы с ребятами играем в испорченный телефон. Мы тут так зашли, что получился улей, и, в общем, улей в сборе у нас в телефоне. Да. Вот, ну, мы будем играть в дополнение, но с необычной такой помарочкой, пометочкой. Почему помарочкой? Пометочкой. Правило состоит в чем? Самый первый рисунок мы будем рисовать, не отрывая руки. Ну, то есть просто взял линию и повел. Ну, или кружочек, что там захочешь ты нарисовать. Ну, без разницы, да. Да, да, в общем, должно быть необычно, интересно. И сложно, наверное. Очень сложно. Ой, а время-то пошло, и... ребята, время-то пошло. Ага. Что-то рисовать-то непонятно. Я сейчас рисую что-то, а я потом скажу, что я, ну, думала нарисовать, и на что-то похоже. Слушай, а я так красиво нарисовал, мне так понравилось. Не знаю, что вы из этого вообще выкрутите, но мне понравилось. Не знаю, как вам. Я такую странность нарисовала. Сначала будто бы кардиограмма. О, прикол. А прикол, а это мне тоже понравилось. Да, хорошо, давайте, может быть... Ага. Так, надо подумать. Блин, я помню какой-то, знаете, еще смешной такой мем, но ладно, допустим, что нет. Блин, это, знаете, такой злой ученый. Ой, я знаю, что я буду рисовать. А как же это сделать-то правильно? Ребята, у меня получается блинчик. Мне нравится, что получается. Так, ладно, я перерисую, потому что это не дело. Так, давайте вот так вот сделаем. Я думаю, что многие нарисуют то, что вот рисовала я. Может быть. Но может быть и нет, кто знает, не факт. Ничего себе, там уже кто-то что-то нарисовал. Это я. Да. Капец. Так, ну что, я немножечко перерисовывала, и, в принципе, я плюс-минус довольна, но не очень-то. На самом-то деле, я постараюсь еще вот как-то исправить ситуацию, чтобы хотя бы было что-то, на что-то похоже. Вот так вот, например, и, может быть, даже успею залить. Ага, вот так, хорошо. Да, у тебя еще парочку секунд есть, я думаю. Да, до сих пор еще есть. И еще есть. Ладно, пускай будет так. Вау. О, прикольно. А можно я скажу слово лопатушка? Это что такое? Да, понятно. А вот, да, может быть, кто-то сейчас понял. Я пока, видимо, не знаю, да. Так, а что ж придумать-то с ней? Ой, я знаю, что я придумаю. Блин, у меня тоже есть классная идея. Не знаю, насколько хорошо я ее смогу реализовать, но идея крутая, по-моему, так. О, это хорошо. Так, ребят, если вы сейчас едите, то перематывайте. Убегайте от экрана. Я не знаю, просто... Уходите. Че, все плохо, что ли, там? Ну, так неприятно достаточно. Я ну, не знаю, так получилось. Ну, так, ну, нужно было сделать. Ну, прям вот хотелось мне. Ой, мне уже не нравится, честно. Что же делать, чтобы это не было? Ну, уже поздно, все, уже... Это не предотвратить. Ой, блин, а чё ж так быстро-то? Да, мне тоже не очень так получилось прям рассказать полностью всю картину. Ну да ладно, я потом вам объясню. Но я не успела даже нарисовать, в принципе, многое. Я хотела... У меня там такая была прям история целая. Но не пол... О, я знаю, что я успею. О, господи, у меня такая история дурацкая. Так, надо посмотреть. Блин. Ой-ой-ой. Что это такое? Блин, а что делать? Очень интересно потом посмотреть, кто это сделал. Кто это натворил? Кто... Вот так. Ой, ребят, я прошлый я вообще плохо дорисовала. Да ладно, тебе ничего страшного. Я уверена, что будет все хорошо. Так, я знаю, чем мы сегодня займемся. Но нет, я не буду рисовать Финиса Ферба, хотя это хороший, кстати, идея. Кстати, это реально хорошая идея, но я уже другое рисую. Блин, реально хорошая идея. Ну ладно. А может, все-таки давайте сделаем. Так. Так, ну что, мне кажется, опять же, я могу объяснить, что это такое, и уже будет потом понятно, где что, в общем, так. Потому что немножечко можно попутать. Ой-ой-ой, а я что-то не успеваю-то. Это рука такая.
немножко курица лапой, но... Ёж, ты там живи, живи, все нормально. Да я пытаюсь. Ну ладно, как-то так. Уже лучше не сделать, мне кажется. Но каждую историю свою я готов рассказать. Давайте, я вообще поехали. Так сконцентрирована была, что ни слова не сказала, пока не рисовали. О, прикольно, вот это круто, смотрите. Это вот. Я думала, это кардиограмма сначала будет, а потом получается какой-то корабль. Это земля до начала времен. Ого, у меня вулкан. Ой. О. Ух ты. Это прям на острове, да, какой-то? О, корабль. Я так ждала, когда будет корабль, и прям очень классно. Ну, я тоже подумала, что кто-то точно нарисует корабль. Вот, я тоже. Ну, слушайте, ну, классно, круто. И все подумали, что кто-то нарисует корабль, но все равно нарисовали разные. Спасибо, что оставили мне корабль. Я не знала, что рисовать. Я была в панике после предыдущего рисунка. Это просто кошмар. Так, а ну-ка, давайте смотреть следующий рисунок. Что там? Вот тут у меня классная история есть, да, давайте. Да, ну я думала, что все нарисуют, это Гарри Поттер. Ну, понятно, понятно, я это оставил. А вот смотрите. Это два друга-качка подтягиваются вместе на, этом, на турнике, а бабушка сидит, ну это не бабушка, но типа она сидит там и смотрит на это все дело, такая: «О, боже, что происходит? Как они так делают? Как они качаются так? Посмотрите!» Ничего себе, воздушные гимнасты! А я смотрю, они упираются друг другу в лицо, да? У них такие руки. Ну, они друг за друга, они и кормят просто друг друга чем-то. Да, да, да! Ой, лапша, лапша! Это же... Вообще. Можно и так. Можно, а я думала, просто один дает печеньку, и другой дает печеньку. Поэтому ну, можно и печеньки. Дальше. А ну может, или... спортивное питание хавают? Они же все-таки спортсмены, конечно, там что-то такое. Протеинчиком чокаются просто они. Просто, да? Да. В общем, так, идем дальше. Это я, ну, собственно говоря, это тоже Гарри Поттер, да? Да, я в последнюю секунду нарисовала Гарри Поттера. Сначала это был просто чел, который ничего не видит без очков. Вот, а очки он просто не видел, видимо. Вот. А потом это был, превратился в Гарри Поттера немножко слепого. Ага, ага, понятно. Ну, тоже круто, очень круто. Так, ну погнали дальше. Вот это вот лопатушка. Мне ничего не получилось. Я пыталась сделать, да, лапу, но ногу. О, это след, это... Я только поняла, что можно было собаку нарисовать. О, боже. Это что, это собака? Какая-то или бложка, я не знаю. Смотрите, а это у меня это тусовка грибов, и два мухомора такие: что они делают, что они тусуются? Вот это вот, блин, ребята, это парная аватарка у нас получается, смотрите. Это просто это тройная аватарка, мне кажется. Знаете, это надо поставить на беседу, а вот это вот парные две аватарки, да, просто. Ну да, очень круто. Блин, это очень смешное лицо у грибочка, я не могу просто такой непонятках. Так, ну что, у нас заключительный альбом Йоши. А вот это был просто кошмар, я не знаю, что это. Да, я согласна. Просто рандомно. Я сначала думала лампу Аладдина, вернее, джины нарисовать, но потом как-то мне фер. Ой, я не лягушонок. Знаю. Какой лягушонок? Это улитка, а это, ну, белка синяя. Что это? Это рука. Слева это рука. Он типа такой... Он завтракает, знаете, и правая рука, это он думает, он как бы так подбородок себе подставил и как бы думает, чем бы мы сегодня займемся. Блин, это лучшее, по-моему, за все рисунки, это просто вышка, блин. Реально, этот треугольникоголовый, и волосы там, и просто так, признавайся, ты подсматривала или нет? Куда? Ну, в смысле, в интернете, как он выглядит. Нет, нет, я вообще, я же говорю, я сначала делала лампу, блин, почему Аладдина? Джин. Вот лампа, вот эта вот ручка должна была быть вот сверху, рука, слева. Да-да-да, и перекрасить хотела в желтый. Потом я сказала, чем мы сегодня займемся, у меня в голове просто так щелкнуло, такая: о, это же Финес! Он же треугольный! О, да, это шок, это прям круто. Вот рисунок Ланы немножечко похож на белку, вот этот вот красивый такой пушистый хвост. Ага. И жаба вместе взяты, но не все синие, оба. Это сзади белка, хвост белки, а тут просто лягушка. А у Евы зеленая улитка. Это сначала было одно, потом другое. Я сначала начала рисовать горнолыжный склон. Но это было очень тяжело. Я его убрала. Ну да. Ну, тем не менее, получилось прям очень оригинально, я хочу сказать. Да, здорово.
А у меня улитка немножечко такая, змея. Знаете, кобра. Да. Да. Ага. Я тоже думала об этом, потом поняла, что уже все поздно. Слушайте, я поняла, что вот это вот очень на прическу Падмы похоже из «Звездных войн». Такая вот штуковина. Это улитка, когда она переродилась. В общем, это жизнь Падмы в следующей жизни. Господи, ладно. Так, продолжаем. Продолжаем. Мы будем делать новый ход. Поехали. Вы там придумайте что-нибудь? Ой, да, можно. Нормально, я думаю, хотя можно. Можно вообще можно как-то не думать, наверное. Вообще чем можно не думать, я согласен. Так. Ну, я оставлю, наверное, черненький цветик. Что тут будет? Может быть, вот так? Может быть, нет. Блин, извините, пожалуйста, я не хотела. Я так вот получилось просто, а кто знал? А никто не знал, а что такое? Да. В общем, вот так вот. Ой-ой-ой, я сделал лишнее движение. Ну, выкручивайтесь, как хотите. Я... Да. Выкручивайтесь, как хотите. Ёши, ёлки-палки. Я думаю, извини, что это Йоши, мне кажется. Извини, я так, если я там так есть жестикулирую просто. Такая так прорубающая штука через пол страницы, то это мое, да. А, значит, наверное, это не ты. Ну, ладно. Так, хорошо, будем думать, будем смотреть. Давайте стандартный вариант. Вот так вот сделаем. Вот так вот, оп, оп, чтобы хотя бы было что-то такое вот понятно. Я не думаю, что я буду что-то переделывать. Я вот увидела что-то, и я вам потом расскажу, что это такое. Вот, а пока рисуйте. И я тоже с вами. Ай, ну куда, ну куда? Я еще не успела продумать ничего. Ну давайте вот так вот пускай будет. Кошмар. Они вообще такие бывают или нет? Я не знаю точно. Ну, вы не понимаете, в чем дело, а ребят понимают. И вот я вас спрашивала, они вообще такие бывают? Мне кажется, они белые бывают только. Хотя, ну, или черные тоже может быть так. А что лебеди тут-то? Непонятно. Ну, не то, чтобы... А, это твой рисунок. Ай-яй-яй, я не успела! Ладно. Что это такое? Кошмар, конечно. Ладно. Нет, рисунок классный, ни в коем случае никого обижать не будем. Все красиво, так сказать, вкусно. Насчет вкусно я не знаю, так, я знаю, что я буду рисовать. Возможно, это кто-то уже додумался до меня. В таком случае посмотрим, как вообще, в общем, да, мы мыслим, получается. Так. Ой, я придумала на ходу сейчас кое-что. Сейчас, вот я сейчас нарисую вот эти вот, так сказать, реквизит. Аксессуары такие вот. И потом еще нарисую и вам покажу. Капец. Так, ну что, давайте еще напишем так, чтобы хотя бы было что-нибудь понятное. Вот так вот. Вот поймите, что здесь написано. Мне кажется, прям заклинание, да. Кстати, я тоже на последние секундочки писал слово у прошлой картинки. Не знаю, сохранилось оно или нет, но если нет, я помню его и зачитаю его вам. Ага, ой, хорошо. Я опять не успеваю. Очень сложно, не успеваю тоже. Да, ну ничего. Ничего себе тут, конечно, получилось у меня. Котелок. Ну ладно, допустим. Ладно, последний рисунок немножечко блинкомом, так сказать. Ну что, начинаем. Ой, вот этот у меня не получился. Извините, я думала, что это что-то будет интересно. Кстати, можно было Рика нарисовать, я только что поняла. Да. Вот это шедевр. Капец. Это, мне кажется, он роль репетирует, мне кажется, прям актёр. Ух ты, а это что такое? Ой, это мама-птичка несет птенчикам этот еду. Червячка. Ты червячок. Так птенчики похожи на лисичек немножко. Да. А это на муху слева, которая... А это такой подкидыш, посмотрите, слева вот этот. Это пеликан. Пеликан маленький. Он просто как воробьишка какой-то такой. Хоп! А что? А что? А я здесь, а я птенечек тоже. Можно мне тоже поесть? Позязя. Ну, забавно. Так, ну что, Ева, это что такое интересное? Я просто... Ой, я сначала думала, что это будет Соник, потом... первое вообще, что мне пришло в голову, это какая-то трава, а в ней что-то там, микроорганизмы какие-то, не знаю, еще что-то. Ага. Вот, а потом я даже не знаю, что это, но это челик какой-то, который явно не выспался. Чертенок такой, ну да. Да, он не понимает, что делать, и что происходит вокруг, и сколько времени. Я бы придумала про него мультик, он очень интересный там. Ну да, такой классненький, такой красивенький персонаж. Ладно, у тебя попугай? Ну да. Ага. Очень чудесный крутой попугай, я вообще бы сказала. Вообще классный. Ага. Мне кажется, испугался самого себя в зеркале, в отражении. Так да.
харизматичный такой. Но, ребят, такой. Ребят, мы самое главное упустили. Мы же могли сделать хаги-ваги. А, кстати, да. О, блин! На самом деле, когда идет время, вы ни о чем не думаете, таком каком-то... Ну, внезапно просто что приходит, то и приходит в голову, мне кажется. Ну да. О, так, вот... сейчас мой будет, смотрите. Я... Документики предъявляем! Хорош! Так, это... А, это типа лето и жара, и он потеет, чувачок. Ага, а мне просто интеллигент такой, знаете, вот такой, вот, нормальный. Галстучек, да, как бы, ну так. Ну такой человек, будто ему тоже жарковато вроде бы. Ну он да, так, да. Так выглядит, ну, такой, блин, ну сейчас бы, конечно, одежду-то ему, получше, ему неуютно, полегче. Он, да. Он, нет, ребят, я придумала, он едет в автобусе, ему нужно сказать следующей остановке, он не знает, да. Как называется остановка. Кто такой тоже, пишите в комментариях. Так, ну классно, классно, так, пойдем дальше. Вот это, да, вот это. Я поняла, я все поняла. Я думала, это ёжи сначала. Это, в общем, корабль викингов сначала. Я думала пиратов, а потом викингов. У них же... Это зумер из мемов, знаете, ага. Типа вот этот вот. Смешно. О, блин, да ладно. Ого, ладно, ну что, ну ничего. Какая фантазия. Не понимаю. Язык на бекон похож. Просто божественно. Да, кстати. А это краб? Это может быть мистер Крабс? Ну, в теории может быть. Это не мистер Крабс, очень похож. На самом-то деле. Ну, только у него не такой язык, наверное, но щупальцы похожи на крабьи немножко. Ну, я не знаю, кто это. Кюри-кафе. Сначала планировалось по-другому. В общем, в процессе он превратился в то, что превратился. Капец, я думала, слева вообще ботинок какой-то будет у кого-то. Там клоунский, допустим. А дальше я не знаю. Ну, рисовала, что пришло в голову. Ну, да. Не, ну оригинально получилось, на самом деле. Ага. Так, ну что, заключительный альбом Йоши. А ну-ка. А, вот это. Вот эта линия последняя, она не должна была быть здесь. Это сорян. Да. Это вязаная крючком, ой, крючком, спицами мыши, и ее не довязали. Я думала, это что-то запрещают. Я думала, это рыба на самом деле, и она выглядывает из моря. Ну, прикольно. Так, у меня у тебя. Абракадабра. Вот видите, написано как абракадабра, собственно говоря. И это уши кролика, это шляпа. Из этой шляпы достается уши кролика. Ого. Ну, кролик, вернее, не просто уши. Да, вот, в общем, так. Прикольно. Так, простите за кота. Ой, а что это? Это он... Он играет, он завязался. Ну, типа развяжите того, кота. Короче, это должна была быть веточка с листиками, но листики должны были быть зелеными, не успела. Ну вот, а он игрался, короче, и ему, видимо, спину чешут, вот, а он с всеми лапами пытается достать. Такой кот ученый с очками в очках. Ну, милашный получился. Спасибо. Ну что, ребят, вот такое вот у нас дополнение с усложнениями, я даже бы сказала, получилось. И на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.